Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа в качестве своего кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Американский лидер лично приехал в город Шарлотт, штат Северная Каролина, где проходит партийный съезд, и обратился к делегатам с краткой речью. Мы должны победить. Это самые важные выборы в истории нашего государства. Наша страна может пойти в ужасном направлении или выбрать великий, лучший путь. Мы двигались таким путем до того, как эта чума не пришла из Китая. Мы продвигались так, как того раньше не видели, преуспевающая экономика и лучшие в истории страны показатели по уровню безработицы. В случае победы на выборах Дональд Трамп займет высший государственный пост во второй раз. Этот президентский срок, согласно американским законам, для него станет последним.